один из самых знаменитых артистов в мире, секс-символ эпохи и просто отличный парень. Энрике Иглесиас посетил Москву в рамках мирового турне. Sex and Love. Именно так называется его новый альбом. Не знаем насчет секса, но вот чего точно хватало этим вечером, так это любви. К самому Энрике и, конечно же, его песням. Я очень надеюсь увидеть и услышать хороший качественный звук, хорошие песни. Я надеюсь, что он не будет пренебрегать старыми хитами, потому что в России больше любят его раннее творчество. Ну и хочу видеть зрелого артиста, который не останавливается в своем развитии. Но даже несмотря на безграничную любовь российских поклонниц, артист не хотел приезжать в Россию. Уговаривать пришлось его довольно-таки недолго, но сложно. Почему? Потому что он приехал с диском, с презентацией диска, с которым он уже был в России. А правила, в принципе, его таковы, что артист приезжает один раз. Энрике, не разочаровывай своих фанаток. Быстрее выпускай новый альбом, кстати, уже 11-й по счету, и приезжай к нам обратно. I can feel your heartbeat.